Коррупцию создала советская власть, КПСС. Единая Россия плавно забрала у нее все инструменты коррупции. И сегодня эта страшная болезнь поразила все органы и всю структуру. И размер взятки с момента начала борьбы вами с коррупцией вырос в 2 раза. Кругом бандиты, воры. Что вы лжете 12 лет. Вы ничего не выполнили. Вы не дали квартир, кому обещали. Вы не построили дорог, обещали. Вы не решили проблему здравоохранения. О каких лекарствах вы говорите? Сделайте так, что во всех аптеках фальшивые лекарства. Зарплата 5 тысяч есть, 7 тысяч, 10 тысяч, пенсия. Голодают. Дети беспризорники погибают. Так сказать, выбрасывают свой закон. Горят каждый день. Дома взрываются, газ, самолеты, теплоходы. Преступность, проституция. Детей вывозят, чтобы на замену органов. Вы понимаете, что происходит? Ваш президент был, Путин. И за эти 13 лет вывезены сотни тысяч женщин русских на панель стоят в Европе. Вот результат деятельности Путина.